Реконструкция улицы Стахановской начата по инициативе мэра Сергея Сергеева. Он держит на контроле этот вопрос и делает замечания по ходу работ строителям постоянно, добиваясь того, чтобы улица не только образцово выглядела, но и была удобна для отдыха и движения. Я живу здесь с самого начала, с 80-го года. Вот. Деревья были еще маленькие, дорога была тоже не асфальтирована, ничего. Сейчас сделали, все хорошо. Хотя работы по благоустройству еще ведутся, жители 12-го микрорайона выходят на прогулку не только в свои зеленые уютные дворики, но и на обновляемую улицу Стахановскую. Ольга Сычева приехала с детьми с Камчатки в гости в Анапу к своим родным. В квартире сидеть не хочется. Теперь есть где погулять и присесть подышать чистым воздухом. Очень нравится. Спасибо большое всем, кто сделал данное не только, наверное, для себя, но и для нас, отдыхающих, когда мы можем так провести время, не сидеть просто дома, а выйти посидеть на лавочке и пообщаться со всеми. Спасибо вам огромное. Пешеходам стало просторней. Дорожные строители расширяют тротуар почти вдвое, обновляют плитку и бордюры, устанавливают лавочки и урны. После окончания работ засеют газоны травой. Большая прошла реконструкция, новый тротуар положили. И сейчас вот бордюры новые будут закладывать. Завезли землю, постепенно начали делать обрезку деревьев. Можно сказать, это у нас как вот в Анапе появился Анапский Арбат, как в Москве. А благоустройство улицы проводят несколько подрядных организаций из средств муниципального бюджета.